Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терешков провел встречу с представителями спортивных федераций, действующими на территории округа Люберцы. Говорили о развитии спорта, в том числе и дворового. Все подробности далее. Территория Люберец разделена на 8 округов. В каждом центром притяжения является один из дворов. Спортивные секции регулярно проводят соревнования, показательные выступления и мастер-классы. Один из таких дворов находится на Октябрьском проспекте у дома 8. Здесь обустроена спортивная площадка с хоккейным кортом, а местные жители сами организовывают дворовые турниры. Мы увидели, что народ подтянулся и очень хорошо подтянулся, поэтому организовались турниры дворовых команд, которые получили уже на постоянной основе развитие. В этом году будет пятилетие, и мы хотим развиваться дальше, поэтому хотим и полноценную уже коробку, где мы будем проводить турниры. С этим предложением Андрей Курганов обратился к министру физической культуры и спорта Московской области. Роман Терешков пообещал лично побывать во дворе и оценить масштабы реконструкции. К беседе присоединились и представители спортивных федераций. В частности, футболисты рассказали о необходимости строительства в Люберцах крытого футбольного манежа. Это позволит круглый год проводить и тренировки, и спортивные мероприятия, в которых участвуют сотни ребят. У нас собралось порядка 350 детей, ну, потому что формат, время и тайм, сами понимаете, что мы можем и больше, да, но мы... Ну, понятно, ограничены в пространстве и во времени, да. И родители приходят, и, соответственно, это и музыкальное сопровождение, и фото, и видео. Министр спорта отметил, идея хорошая, но затратная. И сейчас главная задача – реконструкция стадиона «Торпедо» в Люберцах. Хотим его развернуть, сделать поле с подогревом, фок, которые перейдут наши баскетболисты из того, извиняюсь, убогого зала, ну понятно, ему сколько лет. И вот на поле с подогревом оно может служить там некой альтернативой манежа. Потому что, ну, вы сами знаете, если в футбол играете, до минус 5 градусов на поле с подогревом играть совершенно нормально, комфортно. Также Роман Терешков не исключил, если найдется инвестор, готовый построить крытый манеж для занятий футболом, то и в правительстве области, и в администрации округа пойдут навстречу и выделят необходимый земельный участок для строительства. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.